Дружным строем выходят для того, чтобы добавить городу ярких красок. Каждый берет кисточку и начинает наводить красоту. Работу свою делают тщательно и красиво, не пропускают ни одного зазора. Стараются не только для себя, а и для того, чтобы город стал ярче. 2020 год объявлен президентом республики годом эстетики, а глава нашего города Игорь Миронов обратил внимание на то, что было бы хорошо, если бы мы добавили городу ярких красок. Вот так ко Дню России мы сделали такой подарок для себя и для горожан. Разрисовывают стены салаватцы от мала до велика. Здесь каждому найдется работа. Всем интересно поработать кисточкой. Да и простор для деятельности позволяет красить так, что не побоишься выйти за рамки. Довольно-таки приятно с родными и близкими вместе делать что-то общее. Потому что после этого город становится веселым, да, цветным. Приятно было порисовать на свежем воздухе, с большими объемами. Помочь маме было приятно. Яркие стены никого не оставляют равнодушными. А ведь когда-то здесь были надписи, которые портили внешний вид города. Желание преобразить фасад зрело давно. Мы разработали эскиз, подобрали краски в соответствии с логотипом нашего салона. И работа закипела. Помыли стены, загрунтовали их, нанесли эскиз и приступили к нанесению рисунка. Вся работа от начала до конца выполнена своими силами. К нам присоединились даже наши дети. Пару дней работы, и результат не заставил себя ждать. Вот так один из районов города преобразился. А ведь это результат того, что просто жители захотели сделать место, где они живут, более удобным и красивым. Лилия Шиньязова, Рустем Гайнанов, телекомпания «Салават».